Вот это уже удача. Долго я их искал и нашел. Их тут целая поляна. Еще. А вот еще. И еще лопухи. И вот гигантский экземпляр просто. Вон они еще. Вот еще. Целый мой. Обалдеть. Я сегодня грибами обеспечен. Счастье грибное пришло. 21 апреля. Ну вот, наконец-то дочистил грибосы. Сарказцифа. Куда ты дел пастилу? Пастила уже съедена. А вот грибы еще нет. Поэтому сейчас мы их пожарим и посмотрим, какие они по вкусу. Обалдеть. Как красиво, а? Вот, наконец-то, моя более-менее существенная находка. Строчки гигантские. Они еще пока маленькие. Но все же, это уже находка. Более-менее. На жаркое то, что надо. Красота. Чудо грибы какие-то. А, это, наверное, пицца. Ты открыл дверь-то, Миша? Вот сколько их. Целая куча. Фантастика. А вот это просто гигант. Среди собачков. Красавец, ну-ка. О! Обалдеть. Фантастический гриб. Класс. Такой вот какой-то гриб растет. А на нем сидит улиточка. Гриб интересный. Вот такой. Красивый гриб, трутовик, серно-желтый. Ну-ка. Такой красивый грибочек. Вот он, поддубничек, 27 мая. Красавчик вообще. Идеальный поддубник. Будем есть. Что там? О, красавцы, да? Красота. О, круто. Вот это грибалка. Да? Отлично. Все? Да, пойдем еще искать. Интересные грибы попались. На пне. Это гриб очень. Класс. Тихонько прибавляется результат, уже есть. Ага. Пара богатырей попалась. О, так, срываем, да? Ух ты! Пусть затихает, да? О, фантастика. Это папан нашел.
чем больше таких наберем, тем лучше. Красота. Ой. О. А запах, да? Ой. Засними запах, пожалуйста. Сейчас. Шу. Давай, все. Грифола курчавая. Или гриб-баран. Красный книга. Вот такой грибной тур. Сегодня 12 или 13 июля. Даже не помню. Пол корзины лисичек. Вон там папан идет. У него тоже прилично. Красота. Вот какие попадаются. Красавцы. Размер. Вот какой. Сантиметров. О! 15. Боже, какой красивый гриб-то. Чуть не фокусируется. Ну-ка. О. Ух ты, красавец вообще. Чистоган. Фантастика. Офигенно. Дубравный подосиновик. Красавчик вообще. Ва. Недавно мне красноголовый попался, или белоножковый. Сейчас вот дубравный чистоган. Вот это подосиновище. Он просто вон огромный. В смысле, очень хороший и большой. Как белый гриб почти. Фантастика. О, почти с нож размером. А корзина-то полнится. Вот такие красавцы растут. На упавшие мертвые сосни. Рогатики. Вроде бы съедобный гриб. Но брать не буду. Фантастика. 22 июля 2017 года. Вот такие красавцы попадаются. Это первый. Посмотрим, будет ли еще. Так, конечно, ух, грибок. Шикардосичный. Ну-ка, срываем и... Фантастика. Обалдеть. Поперли осиновые грузди. Ну-ка. О. О, красавчик. Будем собирать. О, гриб нашел. Светящийся. В пне. И светится. О, какой грибус. Вальвариелла. Какая-то, не помню, как. Сумчатая. Такой чудо-гриб. Красиво, кстати. Ножка. Шляпка. О. Песёк, наконец-то. 24 или 25. А вон еще две. Красота на наших местах. Очередной красавчик. Беленький. Ну-ка. О, идеальный. Чистоган. 26 июля. Что, папан... сырыми будем есть? А? Ну, хороши, а? Надолго хватит. Месяц будем питаться. Да?
Ёпрысоты. Мясо мне теперь нафиг не надо вообще. 26 июля. Наши грибные места. Красота. Вот это полянище, япона мама. Корзина-то уже полнится. А тут чудо. Раз. Еще три. Еще два, три. Еще. Все в грибах. Не только белые, но и подобнички попадаются. Такие красивые. Вот такой грибной тур. 26-е, Феня? Знаю. Обалденные, короче. Сегодня было просто не то, что гриболовство, а даже гриболожество. Просто фантастика, сколько грибов. Довольные грибники, едут домой. Все. Вот это букет из белых грибов. Это нашел Ярик. Молодец, сынок. Наш грибник. Целая семья. Вот это, конечно, красота. Как его рвать, даже не знаю. Может, его даже и не рвать, оставить. Поддубник оливково-бурый. Так. Вот она. Вот такой. Красавчик. Грибная поляна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Там дали 14. Это жена моя нашла. Молодец. Вот такой грибной тух. 28-е. Накосили просто трындец. Сколько белых. А, там еще у папана в машине. И счастливая жена. Вот такой грибной тух. Сегодня 28-е или 29-е. Июля 2018 года. Накосили грибов отборных просто вообще. Просто отборные грибосы вообще. И в пакетах. Подосиновики, кстати. Вот она. Сырой грузди. Ну-ка. О. Вот какой он. Бархатистые края. Пластиночки. Червивые, конечно, уже. Мухомор серо-розовый. У какой хорош. Мы с гребкой нашли. Красота. Продолжаем косить маслятки. Какие хорошие. Отличные. О, вот такой лес. Елочки, березки. И вот они, красавчики. Эй, шикарный. А этот еще шикарней. Ух, фантастика вообще. Супер грибы. Вот такой грибок нашел. Называется это мокруха еловая.
Так выглядит шляпка. Вот так вот под шляпкой. Желтоватая ножка. Вон еще есть экземпляр. Там еще. Попробуем на вкус. Что там, папа? Вот этот белый прям с ножом на меня из-за дерева. Раз вот такой, ха! Все, мой. Блин, вообще выкалистый. Фу, как бы друзей его тут не было, надо смотреть. Под ножку подставить, все. Чистоганчик. О, вот это пошел сбор. О, какая красота. Я еще где-то вижу. Вон еще. Это два. Корзина полностью. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, а вон там еще вижу, 13. Фантастика. Наконец-то дождались. Вот они. Рыжики. Красавчики. Вот они. Еще маленькие. Вот они. 20 октября 2018. Ха-ха! Оба-на, кто это? Кто это? Ну-ка давай, кто кого? Настоящий? Фантастика. Россия. Офигенно, братан. Конец октября. Да. Чистоган вообще. Можем себе позволить. Надо еще таких, десяток. Вот такие красавцы попадаются 27 октября. Так, как бы их вытащить? О! 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 Вот это грибы! Срослись немножко. Вот это красавцы. Вот это то, что мне нравится. Обалдеть. О, опять нам попалась чешуйчатка. Ну-ка, пристарелая немножко, что ли? До рассады пойдете. Да. Посадим куда надо, чтобы росла. Зрелая, обалденно. Так-то вкусно, да, оказалось. Ладно. О, что попалось. Ага. Зимние опята. Ну, мы по ним хоть можем узнать, что сейчас зима. Да. Снега нету. По опятам видно, что ага. Зима должна быть. Какие? Они там не только там, вон они еще и под корой прячутся. Вот они. Какие, а? Красивые. Будем брать. Вот это красавчик. Польский гриб красавец. Зацените. О, какой. Так. А вот тут его друг еще, видел? Друган еще есть. Ну, а что я тут? Зря хожу, что ли, вокруг тебя? О! Вот, он просто лежит. Вот, пляжный вариант, видишь? О! Обалдеть. Вот это грибочки мы тут собираем. Отойди, может тут еще мои есть, не мешай. Хороши. Ё-моё, все, я с ночевкой. 3 ноября. О. Давай мы тебя положим. Еще и зонтики попадаются. А? Отличный гриб. Зонтик. Ну-ка. Отлично.
Вот, а это попался рядовка фиолетовая. Вот такие вот у него пластиночки фиолетовые. Шляпка такая светлая, светло-фиолетово-розовая такая. Вот такой грибок съедобный. Отварил 15 минут, пожарил и съел. Отлично. Смотрите. Польский царь и его свита. Ох, какая красота!